Алхимия богатства обрушит новую чуму на человека. Смертная пелена покроет землю, и неготовые окажутся в ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Пора вставать. Выглядишь не очень. Не бойся, это обычный кошмар. Не страшнее реальности. Вовремя мы встретились. Я живой. Я приветствую тебя в убежище. Знаешь почему? Я умею выживать. Верь или не верь, но я давно знал, что все случится именно так. Видишь ту штуку на верстаке? С экраном. Бери ее. Мое детище. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Так что я за тобой пригляжу. Не помешает. Но сначала свет. В сортире есть генератор. Видишь зеленый огонек на радаре? Теперь ты видишь, что делаешь. Возвращайся и посмотри на мониторы.
последний мой подопечный. Вышел без планшета, и что в итоге? И вот еще, мор. Мешок оперативного реагирования, типа. Полезная штука. Пора испытать твой новый радар. Не привередничай. Бери уже биту. Считай это негласным договором всех выживших. Если тебя укусят, ты же не будешь против такой помощи. Начало положено. Противно, но необходимо. А теперь загляни в мор. Там вроде должны быть пистолеты и патроны. Без них никуда. Молодцом. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. 20 часов без сна, и твой котелок перестанет варить. Не забывай про сон. Возвращайся в главный зал и погляди на мониторы. Они подключены к камерам ВТС по всему Лондону. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать. Все думают, ВТС надежный, раз подключены к штабу полиции. Но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы и пройтись по магазинам. Пару всех со ставнями я разберусь. Ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. Включи планшет и поищи вокруг что-нибудь ценное. И не смотри дареному коню в зубы. Вот так.
Это убежище мое детище. Я когда-то водил дружбу с типами. Звали себя Ворон и Ди. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждет. Джон Ди предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума, даже искал лекарства, панацею. Но все это сказки. Объясняю, это и я, автозатор, для безопасности. Все, можешь входить и выходить. Сканируй каждый распределительный блок, чтобы я их взламывал и включал камерой.